Повод для встречи за круглым столом в зале заседаний городской администрации сегодня не совсем обычный. 26 ноября свой день рождения отмечает экс-глава Кунгура Амир Махмудов. Все, что мы не придумывали, Амир Наримович нам четко это все сразу ставил по полочкам, и мы четко следовали его советам, и у нас все получалось. Нет, наверное, той проблемы, того дела, с которой Амир Наримович бы не справился. Яркие, интереснейшие проекты, которые мы реализовывали. Небесная ярмарка, фестиваль исторических городов. Сейчас увидела, уже позабыла, разжигание самовара. Вы знаете, вот аж сердце вот прямо трепещет. Открытие пупа земли, когда все говорили, боже, Кунгур, что за амбиции. Но это было так все здорово, потому что сейчас эти проекты продолжают жить. Они набрали определенные обороты, они масштабировались. И сегодня о них помнят, их знают, и нам хочется их продолжать. И мы это делаем. Слова поздравления от бывших коллег, сотрудников администрации, памятные подарки, искренние улыбки. Но главный повод для встречи все же официальный. Единогласным решением Кунгурской городской думы Амир Махмудов награждается почетной грамотой города Кунгура. Вручение сегодняшней грамоты – это, наверное, для истории, наверное, нонсенс, когда город вручает грамоту сотруднику другого муниципального образования, да, за заслуги перед городом. Амир Нариманович, я от всей души поздравляю тебя с днем рождения, хорошая дата. Ну, действительно, вот о чем люди сегодня говорят, говорят от души, у тебя есть такой, как бы, такая хватка. Я думаю, что ты действительно оценен и людьми, и депутатами, ну и достойна награды. Как отмечает председатель городской думы Андрей Подосенов, почетная грамота города Кунгура – первая ступень к более высоким наградам. Благодаря всех собравшихся, Амир Махмудов вспоминает годы управления Кунгуром. В 2004 году команду тех, кто мне помогал в выборной кампании 2004 года, я собрал и сказал, история дала нам единственный шанс – 4 года. Мы должны за 4 года все процессы сделать неотвратимыми. И независимо от того, что произойдет в 2008 году, будем ли мы продолжать этой командой или придет другая команда, все наши идеи, все наши проекты, которые мы делаем для блага жителей города Кунгура, должны воплощаться далее. Я делал все, чтобы именно за эти 4 года, которые отвела мне история, сделать все процессы неотвратимыми. Ну, наверное, получилось. В завершение глава города озвучивает еще одну новость. Именно сегодня на уровне Пермского края принято историческое для Кунгурской земли решение. На заседании собрания Пермского края было принято решение о создании нового муниципального образования Кунгурский муниципальный округ. То есть сегодня был фактически принят закон Пермского края об объединении города Кунгур, Кунгурского района и сельских поселений.